Если я включил бы задний, я же в обед одно, а вечером более мягче говорил бы там, чем днем. Я же да он ночью, да он еще жестче сказал, как преподнесли, о чем я не говорил. Недруги наши, предатели, шайтаны, козлы, кнопочные герои, черти, я их называю так. Я им говорю, если вы мужчины, да он, приедьте, да он, любой точке мира, да он. Я и сейчас вам говорю, да он, Руслану Курбанову, общественному деятелю, члену Российского конгресса, там, народов Кавказа. Я про Дагестан слова и про мужчин, про женщин не говорил. Я говорил про кнопочных героев, которые нецензурно писали, выразились адрес меня, моего народа, в первую очередь, моего народа, моего отца, меня. Я и сейчас им говорю, что они шайтаны, что они не мусульмане, что они не последователи имама Шамиля, что они не потомки до имама Шамиля, потому что они, вот по их там фотографиям, что они выставляют свои фотографии полуголыми женщинами. Вот такие последователи имама Шамиля, да, он не должны быть. Я про них сказал и сейчас говорю. Я говорю, имам Шамиль был имамом Кавказа, как и шейх Мансур. Имам Шамиль воевал у нас 19 лет и стал имамом у нас в республике.